Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о предстоящем релизе iOS 13.7. Что ожидается в этом релизе? Это будет касаться тех телефонов, которые подверглись нагреву батареи, именно 10, 10S и 10R. Других устройств я не слышал в комментариях, и у себя как бы на 10S я ничего такого не заметил. Батарейка у меня работала стабильно, если был какой-то нагрев, то это касалось только того, что как бы я что-то грузил, какие-то обработки данных делал, что-то монтировал, видеоролик, либо при сотовых данных, либо это была резервная копия. Других как бы каких-то нежелательных нагревов я не заметил. Но все-таки, если уже выйдет новая iOS в ближайшее время, я думаю, это будет в течение недели, если даже не сегодня ночью, то, конечно же, я рекомендую обновиться. Касательно тех, кто уже сидит на iOS 13.6.1, обязательно обновляйтесь на новую iOS. Это может быть 13.6.2, либо 13.6.7. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Напишите, если вы тоже страдаете на других версиях iOS, которые я не озвучил, также на нагрев батареи. Всем пока!